Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру для PS1 под названием «Гарри Поттер и тайная комната». Итак, я продолжаю отыгрывать роль плохого ученика в игре «Гарри Поттер и философский камень». Итак, в прошлой серии мы добрались до теплиц, и нам нужно собрать три мандрагоры. Во-первых, я тут сделал сейф. Прошлый сейф, в общем-то, две мандрагоры слизняки съели, три осталось. Я просто решил пробежать мимо этих мандрагор и не собирать их. И вот что мне говорит учитель по этому поводу. Вы должны найти мне хотя бы три с мандрейка, поэтому в путь. То есть три мандрагоры найденных — это обязательное условие для прохождения этого уровня. Поэтому давайте я начну заново. Добро пожаловать в Гринхаус. Это мандрейк. Его плач очень опасен. Блин. Так как у вас может заложить уши. Нужно, чтобы вы собрали три смандрейка из зеленого дома. Как может вас заложить уши? Конечно, чем больше смандрейков соберете, тем больше... Будем вначале собирать мандрагор, потому что за каждого убитого слизняка мне дают по 5 очков. Гарри, стоп! Что? Говори, Гермиона! Посмотри на мандрейков, на которых напали слизняки. Уберись, когда слизняки... Короче, за каждого уничтоженного слизняка мне дают по 5 очков для факультета. За больших не помню, вроде 10 дают, а может тоже 5. И дело в том, что у первых двух мандрагор слизняков будет всего лишь 2. То есть сейчас я заработаю всего лишь 10 очков дополнительно. А вот у последних трех, там уже будет по 4 слизняка. Так что мне проще уничтожить там, где меньше всего слизняков, и собрать эти мандрагоры. Это первые три. Так, первая мандрагора есть. Так, давайте вторую. Ой, не в ту сторону побежал. Так, вот у второй мандрагоры уже будет 3 слизняка. И это еще 15 дополнительных очков для моего факультета. Но не уничтожив слизняков, я не смогу собрать мандрагору. Так, вот. Тут у нас уже 3 слизняка. А, нет, 2? Или 3? Так, здесь у нас 2... Нет, 3 слизняка все-таки. Так, ну-ка. Там просто куда-то слизняк уполз. Так. Получится ли у меня мандрагору? Нет, не получится. Именно слизняка надо убить. Вот еще 15 дополнительных очков заработал для моего факультета. А я не хотел зарабатывать очки. Я хочу, чтобы факультет Гриффиндора проиграл, если есть такая возможность. Но, скорее всего, нету. Скорее всего, опять на PS2 только такая возможность будет. Потому что Гарри Поттер и философский камень на ПК, там тоже побеждал Гриффиндор в любом случае. Так, вот здесь будет два... Так, подождите. Инцендио! И два желтых слизняка. Так, за желтых слизняков сейчас посмотрим, сколько дают. 10 очков, скорее всего. Да хватит. Нет, тоже 5. Так, ну это хорошо. Это значит 15 очков еще. Так, итого я заработал 15-15 и... Так, это будет 30. 40 очков для моего факультета дополнительно. Так, а вот дальше бы не помешало бы мне аптечки собрать, но их здесь нет. Ну, в принципе, если меня убьют, то мне придется снова посмотреть кат-сцену в начале уровня, а потом мне здоровье вроде на максимум восстановит.
Так, смотрите, а вот здесь уже 4 слизняка, и это получается 20 дополнительных очков для моего факультета. Но я могу просто мимо пробежать и не собирать мандрагоры, потому что я минимум уже собрал. Вот почему не нужно было. Так, чтобы вначале слизняки съели мандрагору. Потому что у двух последних мандрагор 4 слизняка. У третьей и второй по 3 слизняка, а у первой только 2 слизняка. Поэтому лучше собрать 2 первые. Ой, 3 первые мандрагоры. А 2 последние оставить. Потому что так я меньше всего очков заработаю за уничтожение слизняков. Так, сейчас мы вроде будем возвращаться как раз таки в Хогвартс. И я забегу в столовую посмотреть, сколько у Слизерина очков. Так, всё. Отлично, господин Поттер, вы спасли всех смандрейксов. У вас все еще есть смандрейки, которых нужно срочно собрать. Вы идете? Не! Ты чё? Конечно же нет. Так, подождите. 50. Стоп. А мне уже дали очки? Да, мне еще не дали. Подожди, ты чё, издеваешься? Отлично, господин Поттер, вы спасли всех смандрейксов. У вас все еще есть смандрейки, которых нужно срочно собрать. Вы идете? Нет. А, подождите. Отлично, господин Поттер, вы спасли. У вас все еще есть смандрейки. А может, да, нажать? 25 очков Гриффиндору. А, 25. Отлично, надо было. Я думаю, она имеет в виду, вы хотите собрать их дальше продолжить. Вы идете их собирать дальше? Я такой, не, не хочу. А оказывается, наоборот. Вы уже уходите? Просто перевод, блин, неправильно, я не совсем понял, от чего она от меня хотела. Так, уже, блин, 75 очков. Ты знал, что сможешь пройти на урок по травологии через секретный проход прямо отсюда? Тебе придется пройти в класс, откуда ты только сможешь. Чего? Так. Гарри, пришло время потренироваться в сквидич. Встретимся с тобой на поле по игре в сквидич у моста через Хогвартс. Сквидич. Так, я вроде бегу в правильном направлении или как? А может быть и не в правильном. Слушайте, я не в правильном направлении бежал. Вот тена. Осторожно, грядка тыкв, Хагрид. Так, ну вот, лягушки шоколадные мне необходимо просто. Так, не в ту сторону. Я пришел отсюда. Так, значит, мне... Так, в эту сторону. Так, мне сюда. Время отслеживать рекорд школы по травологии и смотреть на свои результаты. Так, странно. Вроде такого не было при первом прохождении. Либо я просто мимо них пробежал. Но я не помню, чтобы мне вот что-то подобное говорили. Так, сейчас нам опять-таки придется сходить на одну тренировку по квиддичу, потому что иначе меня дальше не пропустят. О, нет, только не Невилл. Все, отстань. Не хочу я с ним разговаривать. А почему нам нужно именно тренировку пройти? Потому что в будущем у нас будет одна игра в квиддич. И там необходимо будет управление. Инверсированное или обычное. Я выбираю обычное управление. Так, хорошо, вроде... Гарри, хватай метёлку, мы с тобой начнем. Метёлку. Метлу, блин. Начало тренировки.
В матче должен быть искатель, который поймает золотой снитч и заработает 150 очков. Поэтому искатели должны быть очень осторожны, нужно тренироваться. Сперва мы будем учиться основам работы с метелками. Эта метелка не полетит, если ты не оторвешься от земли. Тебе нужно сконцентрироваться на управлении. Направляй влево и вправо, пролети между отметкой. Это кнопка ускорения. Попробуй изменить курс, пока не окончится счет. Готовься. 3, 2, 1. Так, по идее, тут тоже, если я пройду слишком быстро, то мне дадут больше очков, чем если я пойду за меньшее количество времени. То есть наоборот, чем... Короче, чем больше очков, больше у меня времени останется в песочных часах, тем больше очков мне дадут, мне кажется, так. Так что мы, когда пролетим все 19 меток, я остановлюсь на последней и буду ждать, пока время почти не закончится. Хотя, в принципе, тут у меня времени почти и не остается. Как славно. Так. Неплохо, Поттер. У тебя хорошие результаты в сквиддиче. Бронза, отлично. За нее меньше всего очков дают. Верно, Гарри. А теперь переходим на следующий этап. У меня две метлы, с которых ты можешь выбрать наиболее понравившиеся. Что ты хочешь? Вот тебе одна метла. Попробуй пролететь на ней. Так, я забыл, как она называется. 3000 хочу. Метлы. Некоторые предпочитают лететь вверх и вниз немного по-другому. Вторая метла позволит тебе использовать кнопки. Так. Хочешь пробовать снова? Не. Так, Гарри, что ты выбираешь? Выбери свою метлу, нажав влево или вправо. Я думаю, лево было лучше. Если ты решишь изменить управление позже, то сделаешь это на грани опций. Ты закончил основу тренировки по сквитчу и теперь можешь поиграть в лиге. Давай продолжим тренировку. Ты закончил основу тренировки по сквитчу. Хочешь выйти? А, хочу ли я выйти? Да, я хочу выйти. Хорошая сессия, Гарри. Двери по тренировке для тебя открыты. Эй, Гарри, очень хорошая тренировка? Я не знаю, но ты думаешь, все будет так? Да, а почему бы и нет? Ты одолел Фредда и знаешь, что если всегда хочешь выигрывать, нужно принимать участие в играх. Я ему проиграл. Я его не одолел, я ему проиграл. Если что. Это правда. Как насчет хорошей игры? Похоже, у тебя все хорошо получается. Надо Стоп, тренироваться. Подожди. А почему второй Гарри стоит справа? Запомни, Гарри, ты можешь наносить сильные удары, сжав эту кнопку, но и наоборот, сжав другую кнопку. Наоборот, смотри, это в смысле слабые удары. Смотри, цветы сверкают. Это значит, что в них что-то есть. Верно, так. Приготовились? Так, давайте я попробую опять слиться. Посмотрим, что будет, если я проиграю. Но он говорит то, что я одолел Фреда. А на самом-то деле я ему проиграл. Работа очень важное дело в таком моменте. У меня была временная неуязвимость. Когда Гарри чешет себе лоб или поправляет очки, у него временная неуязвимость. Приготовились? Дуэль! Попробуй, работа очень важное дело в таком моменте. Попробуй, работа очень важное дело в таком моменте. Так, отлично. Что ты мне скажешь на это? Хочешь попробовать снова? Хочешь сражаться снова? Нет, не хочу. Ты слышал, что у Слитеринов будет новый искатель?
Интересно, а кто это? Это я, посмотри, что мой отец подарил всей команде Слитеринов. Самая последняя модель прошлого месяца. Вспомнил, Нимбус. Она превосходит старую серию 2000. Хорошо, что никто в команде Гриффиндора не будет пробиваться. Никто не просил твоего мнения, грязнуля. Грязнуля. Ты заплатишь за это, Малфой! Рон, ты в порядке? Судя по тому, что у Рона... Я так не считаю. Судя по тому, что у Рона поменялся голос, Рон, с ним не все в порядке. Следуй, Рон, Гарри, и не теряй его из виду. Так, ладно, побежали. Так, бобы-то мне сейчас не обязательно собирать. Ух ты, ничего себе, как Гарри прыгнул высоко. Я не знал то, что он так умеет делать. Тихо. Так, вот лягушки шоколадные мне нужны. Одна шоколадная лягушка. Вот здесь надо все шоколадные лягушки собрать. Потому что сюда я больше не вернусь. А вот в Хогвартсе лучше сэкономить лягушки. Уже в конце, ближе к финалу, использовать этих лягушек. Так, пока что Рону не удается от меня оторваться. Так, вот здесь вот сложновато будет. Так, можно было взять лягушку, но тогда бы я бы от Рона отстал. Да тихо ты. Ай-яй-яй, все, Рон. Он ушел, но я оказался быстрее. Он ушел, но я оказался быстрее. Это как понять? Да. Давай. Он ушел, но я оказался быстрее. Так, нужно его срочно догнать. Да блин. Быстрее, 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 догоняй его. Так, там лягушка была. Еще чуть-чуть я бы его перегнал. Обогнал бы я его. А вот интересно, а я могу ли я вперед приближать, чем Рон? К Хагриду. И что тогда будет? Мне придется ждать его на финише? Верно, Гарри, нам нужно оставить их в покое и заняться настоящим делом. Надо поймать их всех. Передвинь миску под Рона, и там ты сможешь поймать их всех, а потом запихнуть в бочку, нажав эту кнопку. Переполнение, быстрее, Гарри! Удачи! Блять!
Блин, я не успеваю. Гарри, ты не смог собрать все слаги. Все слаги, все слизни. Блин, я смог. Там последнее осталось. Верно, Гарри, нам нужно оставить их в покое и заняться настоящим делом. Надо поймать их всех. Передвинь миску удачи. Блин, это нечестно. Рон, давай быстрее. Я опять не успею, а то. Давай быстрей! Фух, успел. Такое умение. Просто я не могу, блин, их собирать, потому что Рон их выплевывает не так быстро. Как ты, Рон? О, я никогда больше не хочу бить этих тварей в жизни. В следующий раз я достану Малфоя. Как он может обзывать Гермиону? Рон, это всего лишь слово. Да, но грязное слово – это самое страшное, на что он способен. Так он называет тех, у кого родители были волшебниками. Существуют некоторые волшебники, были? Которые считают, что они лучше всех. Спасибо за защиту, Рон. Наверное, тебя подвела твоя волшебная палочка. Я все еще ощущаю этих тварей. Кажется, мне снова нужно почистить зубы. Оу, посмотри, который час. Нам лучше найти профессора Локхарта, а то мы опоздаем на занятия. Нам надо? Это, Гарри, я не хочу знать, что ты имеешь против профессора Локхарта. Он фантастический преподаватель. Кажется, что он так считает. Доберитесь до урока защиты от черной магии в Верхнем замке. Так, ладно, пойдем. Так, Верхний замок. Верхний Хогвартс. А, да, я не посмотрел, сколько у меня очков у факультета. Блин, надеюсь, Слизерин лидирует. Ну, смотрите, сейчас мы как раз пройдем еще одно испытание. И посмотрим, будет ли Слизерин лидировать или нет. Так, Верхний замок. И, возможно, потом я уже перестану снимать. Может быть, еще одну серию сниму там, потому что нам по 3 раза начисляли очки. В 3 этапа. Вот первый этап нам еще не начислили очки. Потом посмотрим, как у нас будут обстоять дела. Будем ли мы лидировать по очкам или нет. Да, я убью тебя. Так вот, что Гарри слышал. Это будет действительно интересный урок. Профессор Локхарт, возможно, один из самых храбрых волшебников. Is that why you've marked all Lockhart's lesson with little hearts on your timetable? Мне нельзя. Are you okay, Harry? Все в норме, пошли. Пойдем со мной. Какой-то алкаш, блин, сидит там в подвале где-то. Так, хорошо. Нам нужно будет опоздать на урок. Ну, не совсем опоздать, потому что меня обратно заставят идти. Так, я просто на финише подожду. Да блин, по башке получил топором. И я все еще жив остался. После такого-то удара. Так.
Так, тут уже скоро финиш будет. Давай, Гарри. Так, ясно. Сейчас мы посмотрим, что будет, если я опоздаю на урок. Меня, скорее всего, обратно также кинут на начало этой гонки. Так, нужно сохраниться. Не, сейчас попозже сохранимся. Так, вот сейчас все, я уже не успеваю, короче, для того, чтобы получить кубок. Но я хочу просто посмотреть, что будет. Давайте я вот так даже сохранюсь. Хочу просто посмотреть, что будет, если я опоздаю. Меня, скорее всего, на начало отправят. Мудрое словечко, Гарри. Ты вовремя успел на очень важный урок. Так я же вовремя успел на очень важный урок. Так, я так и думаю. Боже мой, Гарри, я хотел бы думать, что все твои люди были одарены в школе. Мои люди? Запомни, Гарри, ты можешь осмотреть свои очки в башне Гриффиндор. Осмотреть свои очки в башне Гриффиндор? Про каких людей, Гарри, он говорит? Всех твоих людей. Я же говорю, какие-то гопники, блин. Ну ладно, хотя бы Локхарт не как гопник разговаривает. Привет, класс! Я Гилдерой Локхарт, пятикратный победитель лучшей улыбки волшебника. Сегодня я научу вас, как использовать новую магию. Это же Pertificus Totalitus! Следите за моей дорогой палочкой, она нажмет сейчас указатель. Проделайте это трижды, вы научитесь Pertificus Totalitus. Готов? Так, сейчас опять надо... Мило, мило! Ох, мило! Ох, мило! Отлично! Класс! О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! Ох, мило! О, нет! Ох, мило! О, нет! Мило, мило! Вот видите, пока я не набрал нужное количество процентов, испытание так и не закончилось, не завершилось. 37,5%. Ну ладно. Все очень просто. Готовы? Класс! О, нет! Мило, мило! О, нет! О, нет! О, нет! Ох, мило! Ох, мило! Ох, мило! О, нет! Ох, мило! Ох, мило! О, нет! Ох, мило! Мило, мило! Мило, мило! О, нет! Ну да, вроде пока я не наберу нужное количество процентов. Испытание так и не закончится. Мило, мило! Так, давай. 33. Отлично. То, что нужно. Еще один разок. Отлично! Ох, мило! Ох, мило! Мило, мило! Ох, мило! Ох, мило! Мило, мило! Я еще специально нажимаю не те клавиши. Мило, мило! Мило, мило! Мило, мило! О, нет! Чтобы меньше процентов мне дали. Мило! Мило, мило! Мило, мило! Так, сейчас больше будет не 33, 37 или вообще 41. 33, отлично! То, что нужно. Короче, проходной балл это 33. Пока я не наберу 33%, вы можете вернуться и проработать. Испытание не завершится. Получив специальный приз. Ну здесь можно перепроходить, кстати, игру. Я предупреждаю, вы можете столкнуться со своими ужасными страхами. Пока я тут, они не могут причинить вам вреда. Спокойно. Готовы? Прям как... Свеженькая конишь Пикси. Не волнуйся, я поймал ее раньше. Мы в полной безопасности. Так, я попрошу вас троих отложить этого маленького друга и всех остальных посмотреть в клетке. Увидимся после урока.
Похоже, что Локхарт хочет, чтобы мы дали ему в руки опыт. Я позабочусь об этом. Когда Пикси станет красной, ты можешь использовать новую магию. Петрификус тоталитус! Ты можешь только поднимать его, пока он стоит. Вингардиум левиоза! Отведи Пикси к клетке и бросай внутрь. Просто, теперь ты можешь попробовать, Гарри. Рон и я перейдем на следующий раунд. На следующий раунд. Профессор Локхарт не мил? Окей, я постараюсь, но моя палочка теперь ведет себя очень странно. Так, ладно, в общем-то здесь, вот во второй части, можно перепроходить уроки, исправлять ошибки, как, ну, оценки. Например, заработал я тройку. Например, я могу прийти, перепройти урок, пересдать его, и заработать уже пятерку. Также с гонкой. Такая функция была только в Гарри Поттер и Философский камень на PS2. На ПК и PS1 версии, если урок прошел, вот сколько ты заработал на уроке, столько и остается у тебя. А еще после того, как я сражусь с главным боссом, там типа свободная игра начинается, и там вообще можно все этапы перепройти. Там вот заходишь в альбом Колина, это фотограф такой, и там новые этапы появляются, там вообще все этапы можно перепройти. Но по идее Слизерин-то, если вдруг есть такая возможность, то что Слизерин победил, то по идее даже там же Дамблдор объявит то, что Слизерин победил. И потом мы можем, короче, набрать нужное количество очков для того, чтобы обогнать Слизерин. Но Слизерин-то уже победил. Получается, что Гриффиндор победить не сможет. Если вообще есть такая возможность. Так, давайте мы на этом тогда завершим серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.